И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем в пещеру за артефактом силы. Вот, решил разнообразить земля, вода, ну то есть как бы, чтобы хоть какое-то разнообразие было. А там уже будет видно, что как где. Пещера находится по координатам, грубо говоря, 10 на 84,5. Это вот прям в правом верхнем углу. Называется она Beer Caverns. Короче, медвежья берлога. Если так называется медвежья пещера, ну, кому она нас, берлога всегда называется. Это как бы нормально. Так, здесь у меня... Ничего не изменилось. Кстати, если это... яйца они выносить не будут. Они лежат здесь, и они вырабатывают ресурсы, которые находятся у них... ну, то есть, которые они могут вырабатывать. И, допустим, то есть, я вот достаю, да, базика, и появляется сразу же нефть. Просто я подумал, а если притомить мейвингов и типа, чтобы они как-то там лежали, я потом думаю, ну блин, яйца-то они выносить не будут в этой капсуле, так что, да, тупая идея. Так, да, у меня все еще арбалет лучше. Погоди, у меня же были рецепты, да? Да, у меня рецепт на винтовку есть хороший. Так, раз рецепт на винтовку, так что... то делаем винтовку. Металла у меня вроде как, да, 16 тысяч хватает вроде как. Взял именно такой металл, чтобы он израсходовался тоже. Так, делаем винтович и смотрим, что у нас получится. Так, 490 урон и прочность 900. Неплохо. Ну, тоже как бы без единицы было. И здесь как бы тоже неплохо стало. В общем, намного лучше все стало. Так, давай пульку. Возвращай на место. Так, так, так. И все отлично. Так, рецепт на место. Ну и что? Вроде как готов, опять-таки же беру на всякий случай. Арбалет уже по идее не нужен, освобождаем себе вес. Вот, опять-таки же освобождаем на всякий случай. Точнее, беру все это на всякий случай, чтобы, ну чтобы было. Наверное, вот это убрать, так, пофигу, я тоже сложу. И вот это, освобождаем по максимуму. Ну что, погнали. Вот эта пещера должна быть, да, вот она, да. Там водопадик, все хорошо. А, просто слышу шум, думаю, откуда он. Да. О, ты летишь домой, а мы вызываем Мишаньку. Казалось, что кто-то шумит. Мишанечка. Погнали. Все-таки не зря томил Мишаньку. Очень пригодился. Единственное, что... Сейчас пролагает. Единственное, что я сейчас задумался. Так, ну, браузер закрывайся, мать твою. О, все отлично. Не будет ли здесь... какой-нибудь ядовитой пещеры? Ну, вроде как нет. Вроде как все хорошо. Паутина говно, конечно. И бесит. О, скелетончик. А давай проверим. Добывается ли скелетончик или же нет. Ортоплевры, конечно, бесячие. Так. Просто в целом, почему я, допустим, показываю, как я добываю какие-то ресурсы и так далее.
О, да. Да вот, ну, допустим, очищенная соль. Точнее, не очищенная соль. Ну, то есть, как бы, если вам, допустим, нужен будет, да, то есть вы в этот момент можете спокойно... Ну, твою мать, ну садись ты. Можете, допустим, залутаться нужными ресурсами. Ну, опять-таки, мне соль, конечно, нафиг не нужна, но... Ну, пофигу. Пофигу, пускай. Пускай все летит по камешеньку, у него веса дофига. Пускай будет. А там потом очищу инвентарь. Пофигу на это дело. Так. Вот этих обязательно надо разбирать. Хотя, нафига мне хитин. Я ж вам не показал, сколько у меня сейчас хитина этого. О-о-о! Ужас. Так. Мне Аркер писал... Сейчас надо точно глянуть. 195. Так, ну давай берем. Ну здесь, соответственно, также соль будет. Сейчас. Аркер не профессиональный. Седло на базика. Оно встретится в контейнерах в секвойной пещере с артефактом силы. На развилке лети влево. И когда встретишь тупик, просто посмотри наверх. То есть, как бы... Тупик. То есть, на развилке влево. То есть, ну, пока я развилки не встречал. Вот. Нужно будет сходить налево. И посмотреть куда-то наверх. Вот. То есть, как бы... Именно, да, кстати, вот из-за этого комментария тоже задумался. Ну, а почему бы и нет? Пойдем по артефактам. Во-первых, пока помню. Вот. А во-вторых, артефакты мне так и так все нужно лутать. Вот. Ну и, соответственно, ёб твою ж за ногу, сколько тут всего! Ужас-то какой, а? Ну, это просто... Это просто, конечно, да. Да. Пока что это описать словами тяжело. Но я думаю, вот эта вот развилка есть. Месиво тут, конечно, было адовое. Не знаю, зачем мне паста хитина, а? Вот я титаномод точно мне пригодится. А, да иди ты в задницу. Нет, слушай, вот паста хитина мне точно не нужна в количестве 3 штук. Она мне только будет инвентарь забивать. По факту. Так, ну в смысле слоты, количество слотов. Сначала инвентарь, потом это, потом придумывать, куда ее тратить. Так, бежим налево. Здорово, Тусик, Мишанька. Здесь 45-й, слушай, я бы хотел такого постоянно, блин, я так давно на модах не играл, это ужас, вот где вот там левел, там 600 и 500 и левел, найти 540-го диноса, псю, как делать, нефиг, вот это вот и все. И, как бы, я из-за этого, наверх, вот, наверное, вот где-то вот там, да, вот, я из-за этого, из-за этих мыслей, стал смотреть PvP контент в арке. И какой-нибудь сезончик обязательно хочу сделать. Ну, во-первых, на модовых серверах. Вот, а во-вторых, он будет PvP-шный. Пока что еще не знаю, со всякими диносами и так далее или нет. Но... Так, надо дезмода вызывать, без вариантов. Тут я, походу, туда не заберусь по-другому. Ну, естественно, руна. Не, там говорилось про тупик. Тупик у нас вот здесь вот. Я что-то где-то слышу. Так, сейчас второй наушник надену. Я... Так, теперь справа. Где-то...
Так, ну-ка, приземлись. Где-то вот в этой стороне я что-то слышу. Так, ладно. Ну, что-то слышу, это уже хорошо. Это во-первых. Во-вторых, там есть проход. И мишеньку оставлять здесь точно не буду. Естественно, урон. Отправляем мишаньку до дома. Я, кстати, телепорт на вход к силе не поставил. Ну ладно, потом выйду и поставлю. Все равно надо отсюда выбираться. Так, ну окей. Сейчас с другой стороны. Здесь можно на мишеньке, здесь уже пробежаться. Так, погоди. О, вот, красненький. Отлично. Металлические перчатки, блюпринт. Неплохо. Здесь 79, а у меня перчатки, кожаные. Так что в любом случае это будет лучше. Так, окей. Но я другое слышал. По ходу дела звук-то распространяется, но... О! Смотри, вдалеке пещера этих... пчелиная пещера. Ай, прикол. Ну да, она, кстати, где-то на этих координатах. Же, может, внизу это? Я что-то зациклился наверху? Может, это где-то внизу? Неоднозначно здесь гул стоит как от дропа. То есть либо артефакт, короче, либо дроп. Да. В общем, непонятно. Ладно, давай вернемся обратно. Вернемся на, естественно, мишаньки. Там глянули, это хорошо, конечно, но давай вернемся на мишаньку. И на нем побегаем. Так, у тебя пусто в инвентаре, пусто. Ну, чтобы их не захламлять, знаешь, когда вот... так, лети домой. Знаешь, когда нужно будет где-то что-то проесть, да, а он битком забитый, допустим, хламом. Ну, нафиг это надо. Я поэтому стараюсь их по максимуму разгружать, точнее, полностью разгружать, когда я с них слазю на базе. Ну, пойдет так. Погнали теперь обратно. О, у меня же самого левел прокачался. А нафига мне левел? Я иногда задумываюсь, конечно, о весе, но с другой стороны, зачем у меня? Тысяча-то уж явно с запасом. Ёпрасоте. Просто понимаешь, я почему назад вернулся? Я вернулся с мыслями, а если бы это просто альтернативный вход в то же самое место, куда ведет вот эта вот эта толпа всех, вот это вот всего. Соответственно, что? Естественно. Заходим в толпу. Пошла жара. Просто... желтый экран из надписи про Меганевр. Ёпарасоте. А вот это я понимаю веселье. О, поперли мураши. Из-за текстуры своего. Так, отлично. С боем. Да нет, это не пещера с этой... с пчелой. Это другая пещера. Это пещера как раз таки, где тебя пчелы потом будут драть во все щели. Как стоит только начать лутать мед. Походу дела это она. В той-то мед с потолка не капал. О, прикинь, идешь такой... такая здоровая капля с размером, что из головы падает тебе из меда. Отвратительно и липко. Так. Ну, собрать я это точно никак не могу. Но давай
Так, не, давай сначала избавимся от этого всего, что меня может здесь завалить. Да, это раз я там смотрел за текстурой, то и там было очень далеко, то значит тут без вариантов, это совсем другая сторона. Ну, кстати, может быть, это будет вход с двух сторон в одно и то же помещение. Типа тоже такой вариант есть хороший. Ну и, кстати, с другой стороны, понятно, почему здесь столько много мега-нерв. Типа, у нас же нет мобов пчелок как таковых, поэтому хоть каких-то насекомых, да, сюда засунули. Так. Ой, ты ж. Кто там по мне пытался стрелять? Хитин? Погоди. Так, это понятное дело. Так, где кучки? Так, ну, во-первых, естественно, заряжать заранее зачем, да? Серьезно? А, вот, теперь ты очухался. Значит, ты теперь меня видишь. Значит, я точно попаду. Отлично. Так. А, ё. Да, странные пауки, бесите меня. Пауки, пауки. Блин, вот если я не забуду, я вставлю в видосик моменты Спанч Боба, который меня прикалывает. Уже очень много лет. Реально хитина песок? Офигеть! А моментом, где Патрик бьет камешком. Ай, я надеюсь, я не забуду, а? Да пауки, пауки, проклятые пауки. Так, ладно. Че я хотел попробовать-то? Или эту фигню убрали, типа, когда пчелы атакуют и так далее. Возможно, возможно, возможно убрали. Но здесь бензопила нужна. Здесь не бур, а бензопила нужна. Так что да. Вау! Это совсем другое место. Я слева слышу звон. Слева, слева слышу звон. Чтоб найти, где он. Это чертовски не маленькая пещера. Ну и походу, да, реально туда только забираться нужно будет обязательно. То есть вот, здесь уже спрыгнут, либо я спрыгиваю в воду, либо я иду, ну, то есть лечу наверх. Хм, интересно. То есть по факту типа либо вниз, либо вверх. Вот здесь я так и не пролетел до конца, не посмотрел, что да, как да, где. Это, я думаю, надо бы исправить. Сколько всякой гадости дропается с них, особенно тканевые. Вот это все. Так, скидываем все в мешаньку. Вкачиваем в мешаньке урон. Вызываем дезмода. А отправляем мешаньку до дома. На всякий случай, опять-таки же. Фух. Ну да, считайте, я его засунул в криокапсулу, окей? Сейчас с этими криокапсулами вообще изи. Хождение по пещерам и так далее. Ну окей, погнали. Ну я слышу этот чертов звук. Луткрейт. Классно. Ну ладно, здесь уже дотусуемся тогда
А это что такое? О! А это то самое место. О, лут крейт. Нифига себе. Я за все время столько лут крейтов не видел. Сколько я в этой пещере только уже нашел. Еще один? Да ну нафиг. Ну, пожалуйста. Приземляйся по-человечески. Светлые манты. Да, конечно, это не для базика, но все равно. Но все равно хорошо. Я от халявы не отказываюсь. Так, погоди. Если мы, получается, спрыгиваем туда, ну вот то самое место. Если мы спрыгнем туда вниз, мы получаем только что? Пиздюлей. Да? То есть сюда прыгать во... Хорошо, подожди, что-то я здесь уже увидел. Нет, это просто постройка, ничего более. То есть, точнее, часть от постройки, и все. То есть вниз вообще прыгать нет смысла. Мы там находим только пиздюлей. Здесь находим два. Ну и да, кстати, как получается, как я и сказал, типа два входа соединяет одно главное здание. Вот на главное здание, ну, точнее, главное помещение. А, лут крейт же, это. Господи. Он же тоже подписан как лут крейт. Вот на артефакт силы. О, лут крейт, блин. Ай, ёшкин кот. Кстати, дробовичок. А что там за дробовичочек? Офигеть, это просто самая богатая пещера. Их тут два? А, такой простой дробовичок. В любом случае, кайф. А, сколько брони... Я подумаю. Так. В смысле, я опять уже качнулся? На ком? На чем? Когда? Окей. Так. Ну, в целом, пещера, конечно, кайфовая. Вот это дерево, свет, типа свет падает. Но здесь, понятное дело, здесь просто белое это, и мы там ничего не увидим. Я уже знаю такие, но это типа рассчитано, что вот свет падает в пещеру, и это красиво. Пещера, конечно, красивая. Медведь, Тостиутис, вот, Тостиутис это же этот, Лео, как они там? Дунклиостей? А, он тоже Лео. Хе-хе, прикол. А, ща. Сумчатый лев. Ну и, кстати, судя по тому, что их нет на карте, я, походу, последних убил в пещере. Чего их вечно пытаются английскими названиями назвать? Сумчатый, долбанный сразу. А, Эндурсарха надо бы притомить. Вот, что точно нужно. Так что в следующей серии, наверное, пойдем его томить. Ну или, блин, когда у меня будет времени побольше, нежели плазить по пещерам. О. В целом, пещера кайфовая, конечно. Вот это вот три босса именно только в этом. Кстати, я заметил, всегда пещера с артефактом силы, ну, как всегда, очень часто пещера с артефактом силы, она прям какая-то кайфовая. То есть она прям кайфовая. То есть ты... Вот она сделана вот так, что ты хочешь рассматривать что-то и так далее. Так. Для чего я это делаю? Задолбала меня эта пещера, по ней блуждать, а если еще будет столько этих, это вообще арт силы. Да, сюда я, соответственно, не смогу топихнуться. Мне нужно будет топихнуться на вход. А потом, зайдя в пещеру, я топихну сюда. Но артефактов здесь... Ой, лут крейтов тут дофигища. О, еще один. Сколько я их уже сегодня нашел? Штук 10?
Да ёб твою ж за ногу, да чтоб тебе тварь калась. Ну можете приземлиться по-нормальному. Честно, я так и не понял, как им садиться. Визик заступен. Отлично. А можно просто... Так. Это я вверх. Это shift, это вниз. Да, окей. Вверх это сесть. Вот так вот. Приземляемся. Опа. Все. Ну, пистолет тоже хорошо. Металл хорошо разбирается. Точнее, на металл хорошо. Слушай, а возможно я вот это тебя тогда и слышал здесь. Ты вот где-то вот в том же районе тусуешься, да? Кругаля делаешь в итоге. Возможно, я вот этот крит-то и слышал. Фух. Одной загадка стало меньше. Так. Обязательно берем вот это все. Собираем все, что можно. Пофигу. Экспу я и так прокачать могу нормально. Без каких-либо проблем. А вот трудно собрать. Мне потом будет лень ходить. А надо бы хотя бы соточку. Ну и что получается? Ну. Слушай, ну нифига. Ну или это просто какой-то звук определенный. Ну да, вот видишь, насколько это типа кругаля делаешь. Или это реально просто тупо звук. В этом месте какой-то. Вот, если немного прислушаться, вот сейчас в левом ухе слышно этот сраный звук. Но здесь никаких крытов нету. Вот такая вот фигня непонятная. Ладно, пофигу на это все. Самое главное вот здесь. О, вот про что говорили. Смотри наверх. Офигеть. Офигеть. Это у нас что получается, красный? Да ну нафиг, еще и здесь. Не, ну тут точно уже больше 10 критов. Офигеть. Здесь только желтых штук 10 я залутал. Да, во многих говнище, но... Ну, типа, легендарные кожаные куртки. Ну, камон. Вот, такой же звук, как и здесь. Ну, да, там просто это звук, типа, звук. Звук, типа, звук, короче, не более. Блин. Надо, короче, опять лететь повнимательнее, смотреть по краям. По сторонам, везде все осматривать. Офигеть. Просто можно офигеть от этого всего. Да, здесь обязательно нужно на летуне грацевать. Без вариантов. Ты как бы... Ой... Да, как бы не все криты не залутаешь. Потому что, ну... Нормально, они все наверху. Ну и в целом, то есть здесь место. То есть ты либо на летуне залетаешь туда, либо... Либо крюкошки. Все. То есть у тебя других вариантов нету. Ты либо-либо, вот он, два тебе варианта. Поэтому дезмода на этой карте томить сразу. Ох. Гул закончился. У меня прям благодать моим ушам. Я просто думал, я уже скоро начну тупеть от этого. Гей, так тупой как бы, а тут еще сильнее. Фух, кайфовая пещера. Но... А сейчас телепорты домой. Вот такие вот путешествия сегодня были. Пещера кайфовая. Она красивая, она интересная и очень-очень много дропов. Надо вот с теми, кто там тусует у меня на заднем дворе, разобраться, какого фига они там буянят. Это будет за кадром. Ну вот, очень кайфовая пещера, очень много дропов. Я очень надеюсь, что они будут спавниться там. Чаще бы. Ну вот, и будет смысл по этой пещере пройтись и не раз, чтобы залутать еще тропиков. Посмотрим. Но, блин, это просто кайф. Мне очень понравилось. Это, можно так сказать, путешествие.
Ну, а на сегодня что? Кстати, еще Раптор стоит у меня вдалеке из-за того, что он единственный стоит на нейтралке, и он, как бравый защитник, всех, кто на пассивке будет защищать. Если что, поэтому так. Вот, ну а на сегодня я с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого и добра, всем пока.